короче, в общем, я решил стать писателем и писать классные статьи об отношениях. Классно. Да, вот даже кое-что набросал уже. Слушай, а прочитай мне, пожалуйста, я хочу стать первым твоим слушателем. Ну хорошо. Сегодня был нормальный день. Люба ни разу не назвала меня дебилом. Все? Ну да, пока все. Ну прикольно же получается. А как, по-моему, это хрень какая-то. В смысле хрень? Конечно! Писателя обидеть может каждый! Вот дебил. Люб, ты серьезно? Теперь еще и начало переписывать! Любаш, на какие две вещи можно смотреть вечно? Ну, огонь. Да, так. Вода. Точно. А третий? А третий не надо. А что такое случилось? А я решила картошку пожарить. Моя любимая. А она загорелась. А я ее водой залил, а она не потухла, еще больше разгорелась. Теперь у нас на кухне источник вечного созерцания. Огонь горит, вода течет. Кстати, где швабра и огнетушитель? Я тебя... люблю. Убью, Аркаша! Ну, привычно другое, но я тебя понял. Так, ну что, пришло время освоить что-нибудь новенькое. Так сказать, идти в ногу со временем. Как это называется? Чат-рулет. Здравствуйте, меня зовут Люба. Давайте знакомиться. Как зовут вас? Да фу! А что это у вас такое там? Змея какая-то? Да вы-то куда, господи? Как ожидаемо! Вы правда считаете, что этим можно гордиться? Может, это так принято в этом чат-рулете, я не знаю. Здрасте. Господи, девушка, ты сумасшедшая. Берите вы нахрен со своим чат-рулетом, вас не поймешь! Ну все, сегодня ты точно не убежишь. Что такое бабочки в животе? Вы знаете, как от этого чувства хорошо? Хочется петь, танцевать, хочется говорить без умолку. Если вы когда-нибудь... Люб, ты не видел моих бабочек? Я их нигде найти не могу. Ну ладно. Алло, привет, что делаешь? Да ничего с настроением, я не высыпаюсь просто. Вообще какой-то кошмар, я прям неделю уже не сплю. Да, прям бессонница, я не понимаю, что происходит со мной. А хочешь проверенный способ? Давай, конечно. Самое главное, это расслабить абсолютно все тело. Ага. Начиная с пальчиков ног, расслабляем икры, расслабляем бедра, тазобедренный сустав, плеч, руки, живот, шею. Кладем голову на подушку, закрываем глаза и считаем до пяти. Слушай, прикольная идея, спасибо тебе большое. Конечно, попробую. Ага, давай. Расслабить все тело. Угу. Расслабляем пальцы ног. Движемся по икрам. Медленно расслабляем День Святого Валентина, наконец-то! Ну что, надо вырезать для Аркаши Валентинку и упаковать подарок, о котором он так долго мечтал. Ой, Аркаша, Валентина. Алло, привет, зайчик! А я готовлю для тебя сюрприз. Да, ну все, давай, люблю. Давай, давай, целую, пока, зайчик. Да что за день-то?
это такое, а? Обойдется Аркаша и без подарка. Главное, не забыть выбросить мусор. И когда придет Аркаша, нужно хорошенечко его поцеловать. Главное, ничего не перепутать. Аркаша? Аркаша! Аркаша, я тебя сейчас вытащу! Вот смотрю на тебя и понимаю, как сильно я соскучился, как сильно ты мне нужна. И отпуск мне этот не нужен. Уже ни солнышко, это ни бассейн, ни пляж, ничего мне это уже не нужно. Я очень хочу вернуться к тебе. Я бы сейчас была бы возможность, я бы билеты бы купил на самолет и сразу к тебе рванул. И обнял бы тебя. И играл бы в тебя. И вот прям веселился бы с тобой и получал удовольствие. Моя любимая приставочка. Мы с тобой бы рубились, играли, было бы нам так весело. А здесь что я? Как беспризорник какой-то. И молоко у них дебильное. Ну, если я хоть что-то узнаю, я тебе твои шнуры по тебе вырываю. Я тебе все твои кнопки повыдалбливаю, повыдалбливаю. Все джойстики твои вот тут эти все накручу. В общем, скоро мы будем вместе. И нам снова будет хорошо. Алло, сантехник? Здрасте! Слушайте, у нас тут кран течет. Приезжайте, пожалуйста. Кто там? Сантехник. Очень хорошо, что вы пришли. Слушайте, у нас кран течет. Что делать-то? Может, вы меня пустите? Нет, пустить я вас не могу. Вы лучше так расскажите. Ну, прокладку поменять. Сейчас попробую. И правда. Слушайте, прокладку поменяли, и все хорошо стало. 100 000 рублей. Сейчас. Вот, возьмите. Спасибо большое! До свидания! А то пустите. Я так Аркаша один раз пустила, он просто пиццу доставлял. С меня дебилов хватит. Наконец-то я на отдыхе! И кровать вся моя! Вся целиком! Полностью хочу здесь лежу! Хочу вот здесь лежу! Хочу вот здесь вот так лежу! О, и одеяло! Все мое! Вот так и прибавишь. Прям как дома. Как здорово! Как здорово, что Аркаша в отпуск уехал! Мы теперь можем вместе тусоваться! Подружка! Ну что, давай фильм посмотрим? Давай. Только сначала мусор выброси. Что? Мусор, говорю, выброси! Люк, ты что? Да сколько можно, а? Первый раз ты же никогда не понимаешь. Я тебе говорю, хлеба купи, ты хлеба купила! Люк, ты что? А, ты чего? А я с работы, я, может быть, уставшая. А ты только и делаешь, что мусоришь, жрешь и все! Так, понятно. Юль, ты куда? А я, знаешь, кажется, даже Аркашу понимаю. Я тоже в отпуск. Истеричка! Ну ладно, на кошку буду орать. А еще медленнее ты идти можешь? Я больше не... Блин, как же я соскучилась по Аркаше. Аркаша, ну где ты, когда ты так сильно нужен? Ладно, хоть игрушка твоя любимая рядом. Ты же с ней ни на секундочку не расставался. Я думаю, что он везде с собой эту амежутку таскает. Вот дебил. Я на маникюр. Так пожалей мой нам.